Друзья, всем привет! С вами Александр, и вы на канале Один на Один. Я всегда делаю что-то для чего-то, ради какой-то цели. Но так получилось, что на YouTube начал ролики выкладывать просто так, без какой-либо цели. Это было изначально. Первый ролик я где-то залил полгода назад, может чуть больше, может чуть меньше, точно даже не помню. Но можно дату посмотреть по заливке видео. И сначала я заливал туда такие всевозможные, как влоги, не влоги. А для чего это делалось? Это делалось с той целью, что я уже собрался ехать в Россию. И я после того, как бы туда уехал, со временем бы пересматривал вот эти видео, как видеодневник, видеожурнал, кому как больше нравится. В принципе, цель такая же и осталась. То есть канал вот на YouTube я веду как бы его для себя в основном. То есть я выкладываю влоги для того, чтобы через какое-то время, там через 5, через 10 лет, посмотреть, увидеть, какие у меня были эмоции, что я испытывал, о чем думал, то есть в то или иное время, что со мной происходило, какие у меня были радости и тому подобное. То есть если, к примеру, взять 5-10 лет назад, у меня вообще нет ни единого видео, даже фото, помимо как в соцсетях, нигде не сохранилось. Если честно, мне было бы интересно пересмотреть вот сейчас, как, к примеру, у меня в 2000-х, начало 2000-х, как я там жил, о чем я думал, что я делал и тому подобное. Но со временем, когда я начал выкладывать ролики и стал делать это уже периодично, то есть это 1-2 раза в неделю ролики выходят, в последнее время стабильно по 2 раза в неделю видео выходит. Это воскресенье и среда, ну иногда бывают кое-какие задержки, но в основном это 2 вот этих дня. И мне начало приходить постепенно какое-то осознание, что ли, понимание, зачем я, к примеру, это делаю. Безусловно, где-то через полгода мое понимание вот этого всего изменится, но на данный момент это оно такое. Камера для меня иногда своеобразный такой психолог. Вот я просто начинаю выговариваться, и мне становится легче. То есть о каких-то проблемах, которые в Казахстане происходят, еще тому подобное. Это не значит, что я какое-то негативное, если видео делаю, то значит я негативно настроен. Это просто видео негативное, оно не может быть позитивным. Все вот дело в этом. Также хочу сказать, что я не передумал переезжать в Россию. Многие пишут, типа, ты же собирался ехать в Россию, почему ты не уехал, тому подобное. Друзья, возможно, вы не знаете, поэтому так пишите, но у нас не так-то просто мигрировать. Можно, есть два варианта. Просто тупо собрал свои вещи и уехал. И все. Я делаю по госпрограмме, чтобы все четко сделать по закону. Во-первых, ты свидетельство переселенца получаешь 3 месяца. Во-вторых, после того, как ты подаешь на РВП, ты ждешь результатов полгода. В России ты ждешь их 2 месяца, у нас ты их ждешь полгода. Итого, грубо говоря, если ты вот так все подряд ровно-прировно делаешь, тютелька в тютельку записываешься, то у тебя уходит около года. Но на РВП у меня даже не получалось записаться, я 3 или 4 раза пытался записаться, все никак не попадал, но не получалось, потому что буквально 1-2 минуты и все, а запись есть только в электронном виде. Под другого вида записи нету. Поэтому в Россию я переезжать не передумал, я все по-прежнему делаю, я уверенно иду в этом направлении и тому подобное. В дальнейшем, когда я перееду в Россию, будут конкретно выходить, в основном влоги, я думаю, будут выходить влоги, разговоры с какими-нибудь людьми и тому подобное. Но это я сейчас так думаю, как будет на самом деле, я не знаю. Но то, что это будут влоги, это однозначно. Будет конкретно тематика канала, как я, то есть, приехал в Россию, как я буду там устраиваться, как я буду развивать свой бизнес и тому подобное. Чем я буду заниматься там, я понятия не имею, потому что это совершенно незнакомая страна, где меня никто не ждет, где если мне нужно будет дать кредит, мне никто кредит не даст, где мне не помогут даже каким-нибудь $1 или тому подобное, и где у меня нет никаких друзей и тому подобное. Это вот такая будет совершенно чужая для меня страна. Единственное, да, там живут русские, но помимо русских там еще живет других 150 или 130 народов и народностей, поэтому вот так вот.
И поэтому направленность канала именно будет на это акцентирована. Ну а сейчас в данный момент видео будут также выходить 1-2 раза в неделю. Буду стараться, конечно, 2, но иногда будет получаться один раз в неделю. Конкретно о моей жизни пока что здесь, о каких-нибудь событиях или, возможно, где я какую-нибудь новость прочитаю, которая меня прям взбесит, или я что-нибудь увижу, тоже буду об этом делать видео, то есть с камерой, как со своим психологом буду беседовать. Это такая вот у меня стратегия на ближайшее время по тому, как я буду вести свой канал. Поэтому, кому все вот это интересно, оставайтесь на канале. Кто не подписан, подписывайтесь на канал. Мне будет это тоже приятно. Приятно будет с вами делиться своими впечатлениями, эмоциями и тому подобное. Всех благодарю за просмотр. Всего вам хорошего, наилучшего. С вами, как обычно, был Александр. Всем пока-пока. До скорых встреч.